Желая пред Творцом определиться, христианин приемлет не всегда нелегкий труд за ближнего молиться. Он незаметен, этот труд, как проповедь на тысячной арене. Наедине пред Господом несут молитвы труд, и этим труд-то ценен. Молитвы труд — нескорный результат, как чудеса мгновенных исцелений. За результатом иногда стоять годами нужно на своих коленях. Труд этот силы требует вдвойне, чем повеление удалиться бесам, ведь он на продолжительной войне чужого царства рушить интересы. Щедрее он, чем труд благотворить, заботиться о нищих и калеках. В труде молитвы нужно посвятить себя ради другого человека. Он пастырству подобен, этот труд, подобен материнству, как младенцу. В нем на руках молитвенный приют, дают кому-то, прижимая к сердцу. Воистину он требует любви, но не людской, а той, что из Писания, чтоб за него не мыслит получить здесь на земле людское воздаяние. Молитвы труд он верою живет и в будущее простирает крылья. Молитвенник, который устает, не смеет руки опустить в бессилии. Он должен гнать сомнения и страх у Господа, выпрашивая крепость, не уронить того, кто на руках. Молитвенник ответственен за это. За этот труд награда в небесах из рук Господних верных ожидает, хотя и здесь малейший результат большую радость сердцу доставляет. И хочется опять наедине перед Творцом молитве преклониться. О, как нужны сегодня на земле желающие за других молиться. Аминь.